Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня меня мои студенты попросили показать, как создать вот такой эффект на эскизе. Смотрите, в чем здесь особенность и почему он так привлек. Во-первых, здесь очень мягкие градиентные тени с размытием. За счет этого создается такой эффект объема и кажется фотореалистичным изображением, хотя это чистый вектор. Плюс тень и еще какой-то такой фон, да? И именно вот такого эффекта меня попросили сделать. Мне присылали вон звездочки и, соответственно, эскиз, с которым мы будем работать. Сейчас я покажу, как можно добиться такого эффекта. Мы берем с вами наш замечательный отрисованный бомбер. Давайте я его зря сгруппировала, да, здесь тени отдельно. Ну, хорошо. Вот он, эскиз. Что касается данного принта. Принт красивый, мне нравится. Вот. Но есть у меня такое подозрение, что именно с такими яркими звездами будет мне немножко сложновато работать, поэтому я сейчас его немножечко по цвету поменяю, чтобы он был больше похож на вот этот исходный рисунок. Тогда будет более мягко смотреться, потому что при очень ярком выразительном принте работать будет достаточно сложно. Смотрите, я сейчас сделаю эффект свечения на этих звездочках, то есть я просто вот эту гамму соберу и сделаю цвет все темнее, темнее, темнее. И мы, естественно, сформируем из этого принта узор. Узор – это бесшовный принт, который можно многократно повторить. И зальем им наше изделие. Сейчас давайте вот так, вот такой цвет мне нужен. Его тоже потемнее. И последний тоже сформируем. Так, последний. Выбираем. Берем инструмент волшебная палочка, она мне выберет, а нет, предпоследний цвет. Все нужные мне цвета, еще темнее. И самый темный цвет, вот вместо вот того красного, который светится. Опять берем инструмент волшебная палочка. Инструмент волшебная палочка позволяет либо в группе, которая находится в режиме изоляции, либо на слое, либо на всем документе, где выбраны данные объекты, выбрать тот цвет, который нам нужен. Он выбирает обычно с градацией в 32 оттенка, но это можно настроить и сделать, чтобы у вас был только один оттенок для выбора. Так, ну и цвет основы давайте я вот такой сделаю. Вот, более мягкий принт получился, похоже немножко на то, что здесь. Смысл еще раз, вот чтобы такие тени более органично смотрелись. Можно потом попробовать, будет и на ярком варианте. Так, давайте мы из этого сформируем заливку. А там, по-моему, есть у нас все для этого, да? Вот она, это квадрат. Мы его помещаем на самый задний план, без цвета контура, без цвета заливки. Сейчас посмотрю, сработает или нет. Да, все хорошо срабатывает. Проверяем заливку. Проверяю я заливку обычно достаточно банальным способом. О, все работает. Так, теперь мы этой заливкой заливаем основные детали. Смотрите, то, что вот резинки, это обычно кашкарсе, они однотонные, на них обычно принта нету. А, соответственно, на основном изделии принт есть. Соответственно, это рукава, это основа и планка. Планка может быть однотонная, может быть сделана принтом. Так, не все выбрала. Вот, выбираю. Теперь следующий этап, который я буду делать, я буду подстраивать размер принта под масштаб моего эскиза. Потому что понятное дело, что реальный размер это одно, а чтобы он пропорционально смотрелся на эскизе, мне нужно его, соответственно, поправить. Давайте попробуем сделать на 50%. Ну вот, в принципе, приблизительно похоже на то, что мы видим вот на этой детской курточке. Да? Можно чуть меньше, можно чуть крупнее. Вот, достаточно похоже. Опять же, мы создаем эффект, мы не копируем данные эскизы, мы создаем такой же похожий эффект, как у нас там есть. Что теперь я буду делать? Во-первых, мне нужно вот эти все пайпинги, то, что называется, вот эти штучки, тоже покрасить каким-то цветом. Цвет я могу выбрать тот, который мне актуален, то есть могу что-то более светлое сделать, могу что-то более темное. Ну, например, я буду делать пайпинги в один из цветов принта. Вот у меня есть звездочка. Смотрите, я сейчас все вот это выберу и создам из этого новую цветовую группу. Вот у меня выбрались все цвета, которые использованы в этом принте. Давайте покрупнее сделаю, чтобы не ломать глаза. Не забывайте, что есть такой инструмент приближения. И мы сейчас средний синим вот таким все это сделаем. Так, теперь цвет основы мне нужно сделать.
Так, что у меня тут как нарисовано? Не мой эскиз, а это эскиз студента. Вот, поэтому разбираю, смотрю, сделаю чуть темнее, чтобы был эффект такой, ну, теневой, грубо говоря. Возвращаю. Очень красиво все нарисовано. Так. Что у нас здесь и здесь? Это обтравочная маска. Да, хорошо. Сюда уже более цвет основы. Хотя может быть и другого цвета. Это зависит от ваших непосредственно потребностей. Да, как вы это хотите видеть. Так. Что у нас? У нас остались с вами карманы. Карманам тоже вопрос. Вот они должны быть такие, или там кашкарсе будет использовано. Тоже надо посмотреть. И по низу. Это первый этап, когда мы с вами занимаемся тем, что закрашиваем, ну, основные цвета. То есть это вот... Так, правильно я все выбрал? Давайте посмотрим. Да, все правильно. Просто с шифтом вниз смещаю, выбираю все основные объекты и крашу их в цвет основы. Как видите, все цвета, они у меня были использованы на принте, поэтому никаких вопросов у меня нету. Идеальное попадание цвета в цвет. Так, итак, и здесь делаю тоже чуть темнее, чтобы было ощущение объема. Здесь тени у нас сделаны черным цветом. Они, кстати, очень приятно собраны у меня на отдельном слои, хорошо нарисован эскиз, поэтому очень комфортно. Вот они все тени. И, естественно, тени я, смотрите, беру цвет основы и его затемняю. Вот. Он становится темнее, при этом не становится черным. И давайте посмотрим, как они начинают смотреться. Вот. Тени начали смотреться хорошо. Это классический базовый вариант раскраски нашего эскиза, да, вот когда мы что-то сделали. Но, как видите, такого вот прям фотореалистичного впечатления он не производит. Что нам нужно поправить, чтобы добиться такого фотореалистичного ощущения, как здесь? Давайте смотреть. Я приближаю, чтобы мы видели два эскиза. Тот, с которым мы работаем, и тот, который у нас является основой. Здесь проработаны вот эти вот градиентные тени. И мы сейчас с вами тоже их сделаем. Я сейчас все заблокирую. И буду рисовать на новом слое, чтобы то, что у меня есть, оно никак на это не реагировало. Выбираю инструмент перо. Смотрите, здесь сделано такое ощущение дутости небольшой. Соответственно, от линии рукава, вшивания линии рукава, здесь вот такой вот эффект. Давайте я эти эффекты сейчас нарисую в цвете, чтобы вы хорошо видели те фрагменты, которые я рисую, чтобы было понимание. Это один фрагмент. Теперь точно такой же фрагмент вот здесь, от линии. Линия у нас будет видна. Сейчас рисую просто жесткие контуры того, что нам нужно. Под воротником. Вот здесь у меня будет. Сейчас нарисуем одну половинку, поскольку у нас изделие симметричное, мы раззеркалим. Здесь вот мягкая тень идет. Она нам нужна, тоже мы ее сейчас вот сделаем. То есть вопрос светотеневой игры. Так, и вот сюда обязательно вниз, поскольку резинку она немножко стягивает, она всегда уходит вниз. И мы это должны учесть, и это все показываем и прорабатываем. Здесь сделали. Рукав. Рукав представляем как цилиндр. И вот здесь вот у нас с вами поверху, естественно, будет с одной стороны. Уже, кстати, автор эскиза нарисовал эти тени. Я их делаю поверх его теней. То есть уже есть тени. И я еще один слой теней накладываю, чтобы вы понимали. Так. Накладываю. Отлично. Где еще мне не хватает тени? Естественно, будет более темная часть. Вот под этим пайпингом она мне нужна. Так, хорошо. Нарисовала на половинке. Давайте посмотрим, как это будет отображаться. У меня есть предположение, мы его сейчас вместе с вами попробуем, что здесь помимо размытия нужно еще и проявить эффект градиента. Давайте попробуем это сделать. Берем градиент и с одной стороны этот градиент делаем бесцветным. То есть абсолютную прозрачность ему даем. С другой же стороны мы берем цвет основы. Вот он, смотрите, цвет основы. Я его сюда перемещаю. Делаю по нему двойной клик и делаю его темным, максимально темным. Чтобы он у меня максимально гармонично здесь смотрелся. Вот прям в черноту увожу. Если мне этого хватает. Если не хватает, то тогда буду другой оттенок смотреть.
Вот. Фиолетовый получился. Это плохо. Так, давайте тогда другой оттенок выберем. Тот, который есть, меня не устраивает. Попробуем прямо отсюда переснять вот этот оттенок. Угу. Немножко плохо происходит прозрачность, получается муть. Нет, такой способ не подойдет. Тогда пробуем по-другому. Делаем однотонную заливку и будем градиентом ее размывать. Не градиентом, а размытием. Градиент не сработал, получается белесость, а это некрасиво. Тогда берем и делаем вот такой прям чернильный оттенок. Смотрите, он немножко похож на то, что здесь. Теперь эффект размытия по Гауссу. И посмотрим, какой уровень размытия нам подойдет. Он должен быть мягкими тенями. Вот, хорошо. Так, ну, наверное, где-то около 14 он нужен. Вот, и можно еще задать непрозрачность для того, чтобы это было более мягко. Вот смотрите, здесь я применила эти тени, здесь не применила. И уже совсем другой эффект, очень похожий на то, что у нас вот здесь применено. Оно такое прям объемное становится. Я беру все эти тени, за исключением вот этой центральной, потому что она мне не нужна. И делаю зеркальное отражение, потому что вторая половинка у нас тоже должна такая быть. Так, инструмент зеркальное отражение, вот он, от центра. И туда переношу. Вот смотрите, как поменялся эскиз. Я просто на него положила тени. И он начинает смотреться как будто бы вот таким более объемным. Теперь я индивидуально поработаю с тенями. Вот эта тень и вот эта тень должны быть более темными, потому что они у нас идут как бы внизу, и они должны быть более темными. Более темными — это значит менее прозрачными. Сейчас я все тени верну на свои нужные места. То есть вот этот эффект мягкости, вот этот эффект объема достигается за счет того, что мы размыли. Вот исходный эскиз, вот то, что есть. Плюс ко всему, на этом эскизе, вот этом детском, который мы видим, там есть еще общая тень, общий контур. Как ее сделать просто и быстро? Ну, так как делаю я. Я выбираю все вместе. Выбираю окно, обработка контуров. И все вместе сливаю. Получается вот такой контур. Так, надо выбрать все только без вот этого. Сейчас. Уберем объекты с эффектом размытия. И можно еще вычленить из этого эскиза то, что у нас сделано с обтравочной маской. Она нам будет мешать. Так что сейчас вот эти штуки, на которых у нас сделаны полосочки, имитирующие кашкарсе или рибану, как ее по-другому иногда называют, мы убираем, все сливаем. Вот, слилось более гладко. Смотрите, получились вот эти вот какие-то ненужные нам контуры. Мы просто выбираем и удаляем все лишнее, потому что нам оно совершенно для тени не нужно. Так, удалилось лишнее. Сейчас мы это поправим. Нужно удалить именно кусочки. С этим внимательно, иначе у вас полетит весь контур. Так, давай. Вот этот кусочек. Вот этот кусочек, вот этот кусочек. То есть вот эти внутренние линии, они нам для тени вообще не актуальны. И вот этот кусочек. Вот. Получили мы с вами тень. И теперь ее подложим под низ. Можем ее сделать пошире. Так, должен быть обязательно, поскольку у нас несколько слоев, эскиз находится на нескольких слоях, должен быть самый нижний слой. Потому что если вы положите поверх, она вам будет перекрывать. Здесь не обязательно прям все законы физики соблюдать. Мы визуальный эффект с вами смотрим. Поэтому она будет выглядывать у нас здесь, здесь, здесь. Она у меня такая серо-синяя. Можем даже в цвет основы ее больше загнать. И немножечко при двойном клике ее вот сюда увести. Вот. У нее есть степень непрозрачности. Смотрите. Вот она, эта тень. Мы тоже берем эффект. А размытие, размытие по Гауссу. Тоже смотрим, насколько мягкий нам нужен эффект размытия. Вот, обратите на это внимание. Смотрим на эскиз и понимаем, какой эффект размытия нам подходит. Соглашаемся. И здесь нужно понять, хватает ли нам
яркости или нужно убрать, чтобы была непрозрачность немножко другая. Вот. Это подкручиваем. И... Так, размытие ты куда дел? Эй, размытие верни. Размытие верни. Немножко программа подтупливает, бывает. Ну и под низ вот здесь какой-то там голубой фончик. Давайте для полноты картины положим тоже голубой фон. Мы же стремимся к этому эффекту, правда? Вот его и положим. Там какие-то, по-моему, то ли облачка, то ли размытия. Но смысл такой, что вот добиться вот такой фотореалистичности достаточно просто. Нам нужно просто сделать тени и сделать фон. И вот он уже не такой плоский эскиз, а вот он уже объемный. Вот и все. Возможно, здесь требуется еще проработка пуговиц. Вот эта вся красота. Которые шикарные пуговки. Возможно, и у них тоже нужно поменять цветовую гамму. Но они могут быть и светлыми. Это уже зависит от того, что мы делаем. Поэтому эти эскизы фотореалистичные достигаются вот таким способом. Нанесение размытых теней на сам эскиз. Подложка тени в зависимости от яркости. Положите фон. Но у меня нету фона. Там, по-моему, какие-то белые облачка, что ли, на голубом фоне. Или звездочки тоже. Ну, любой фон. Вот я голубой положила. Все у вас получится. Делайте, используйте. Все можно сделать. При вот очень ярком принте, который был в оригинале, возможно, такой вот фотореалистичности может не получиться. И, конечно же, нужно посмотреть, насколько яркие вот эти вот тени, какие-то поправить по насыщенности, чтобы они вот более ярко смотрелись. Это уже индивидуально, то есть каждый конкретный эскиз будет регулироваться под свою вот эту потребность. Они получаются мягкими, они получаются размытыми, и вы получаете тот эффект, который вам нужен. Ну, вот для таких эскизов потом можете из них собирать борт, не борт, ту потребность, которую вам должен этот эскиз закрыть. Сейчас регулирую просто эффект непрозрачности для того, чтобы сделать его более объемным. Напишите мне, как вам такой метод работы, будете ли вы его использовать, и вот вам сравнение двух эскизов. Здесь у нас базовый способ рисунка теней просто обычными объектами. А здесь мы к обычным объектам налокинули еще эффектов размытия и всего остального. Вот вам без какого-либо фотошопа получился эскиз немножко с другим восприятием. Жду ваши комментарии, оценки. Ну и не забывайте подписаться на канал для того, чтобы увидеть много еще новых интересных лайфхаков.